Кадры решают все. В Чувашии появился первый центр оценки и развития управленческих компетенций. Обучение государственных муниципальных служащих и кадровый резерв новому. Его основная задача – постоянное обновление знаний, неотъемлемое условие работы любого руководителя. Кабинет министров Чувашии и Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и менеджмента. Договор подразумевает и создание центра оценки компетенций. Такой опыт для республики уникален. Если мы будем поддерживать наш государственный сектор и если будем поддерживать муниципальную и государственную службу, то мы фактически поддерживаем весь регион. Мы видим, что мир наш очень, даже можно сказать, спешит, торопится, информация постоянно обновляется. Поэтому нам надо держать в курсе событий всех наших и государственных, и муниципальных служащих. В результате работы центра увеличатся возможности для карьерного и социального роста у молодежи региона, а также повысится эффективность деятельности органов власти. Как следствие, улучшится качество жизни населения республики, полагают создатели центра.